Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами Гриша, Артур, Тёма и Максим. И мы продолжаем играть в Звездные войны. Правильно. Правильно сказал, наверное. Правильно. Звездные войны. В прошлой серии мы убили зверяку, да. Да, привет. Нынешнюю, уже покойную зверяку и выходим из этого гнилого места. Зверяка умирака. Так как квестов у нас куча. Поэтому квесты нам нужно вернуться сейчас обратно, но у нас еще хватает тут на запад, если пойти, там мой сюжетный, ну, у всех сюжетные. 500 квестов где-то. Всех, да, все выполним, и все будем возвращаться тогда и сдадим. И там будет массовый левелап. Да, после этого мы еще полетим на имперский флот, и там нам нужно будет выполнить флешпоинт, который, я думаю, как и все, тут будет интересным. Аккуратно. Так, темная тут аккуратно. Сторона? Аккуратно. Как будто меня Кличко отбуцал, у меня весь в синяках ходит. Ребятушки, а дальше еще страшнее будет. Если бежать, то норм. Ой, как что-то у меня так. Падает все. Что? Ну, а нам по-любому надо бежать вот туда, вон по дороге. Так что можно даже квест дать. Вот а черт. Почему нам туда? Ты так думаешь? А ну ты карту открой. Видишь, дороги нету к этому месту. Другой. О, украл кристаллы. У меня просто она... Я все сообщу в полицию. Не исследован. Хорошо, да, идем сюда. Мне нужен тут какое-то поместье. Нам по-любому в это поместье нам еще нужно турель найти, какие-то схемы. Сначала нужно найти бейджик охранный. Мы всем этим походу сейчас будем заниматься. Да, все в одной стороне примерно. Да. Плюс у меня тут основной квест. Я просто нападаю. И не только у меня, по-моему. Так, к этим зверюшкам более не лезем. Хотя сейчас, по-моему, кто-то нагрет. Я нормально. Якуст не нападает. Вроде как. Кто-то кого Джек Шепард зовут. О, на меня напали. Сбоку три. Да, это, кстати, очень плохо. Берем зеленых сначала, их завалим побыстрее. Это потому что мы зеленые. Деритесь, давайте. Это серьезно, ребята. Все, уже конец. Все, отпилим. То есть вот так, достаточно просто. Два пилки. Нормально. В принципе, не такие сложные. Ну да. Так, нам тут стел больше-то собирать особо ничего не нужно. Не-не. Джек даже включил свой щит, который килданец, черт, сколько. Кстати, Шустрел сделал нам не свой щит, мы же погибали. А, оу. А он разве на ком... Он сейчас висит на другом. А нет, вообще ни на ком не висит, ты прав. Да. А, ну ладно, раз ты просишь. Вот. Получай за меня урон, если что. Окей. А? Что, может, обойдем, да? Да. Кого? О, а, ну этих-то не обойти. Ну эти-то и послабее будут. Парни, мы пришли с миром. Ну да. О, это ж его поместье. Да, в поместье. Познайте нашу демократию. У вас есть нефть, у нас есть демократия. Мы научим вас пользоваться вашей нефтью. Да. Я, между прочим, нашел уже охранный этот бейдж. Да. Я, между прочим, тоже его нашел. Поэтому уже, считайте, полдела сделано. Че, вы там что-то нашли? Да. Ой, Джек Шепард, как обычно, нашел врагов. Я нашел новых друзей. Вон у нас почти. Вон синяя вещь лежит. Чего вы не берете? Я не могу понять. А, нет. Какая синяя вещь? Тебе кажется, по-моему? Сам ты синий. Ты меня обколол просто. Чего? О, а чего у тебя так плохо-то все, Артемыч? Нормально. Довольно слабо. Я буду колоть сейф. Да тут уже. Тут уже я тебя обколол всем, чем можно. Теперь ты можешь колоть. Это что такое? Это. Это бонус нам. Чё за дроид ко мне прилетел и начал это меня... Это бонусное задание нам дали. Теперь надо убить 30 этих помощников. Понятно. Хорошо. Я уже хотел его ударить. Джек Шепард подлечился бы сначала. Да нормально. Смотри, чё за дроид. Вон Макс пришел. У меня вообще норм. Раздался мщи. Я не пытался. Ну окей. Боты. Боты так себе. Так, ну так, вот мы пришли. У нас есть коллективный квест, и вот мы в него пойдем, наверное. Только сначала наколбасим парочку мудаков. Хорошо, как скажешь. Они мне не нравятся. Как бы они тебя не наколбасили. А, ну перестань, если ты мне дашь шутки, то я вообще кому... Ты мне 600... Ой, такой-то крутой, это Грет, Инквизитор Гретхама.
Нормально, нормально. Крутой, не крутой, но нас-то четверо. Все правильно. Количество нормально. А не качество. Поздравляем. Level up. Мне, кстати, тоже скоро будет. Ох, какое я сообщение написал. 30 этих, может, потом набьём. Это что за тайный код? Это тайный код, мне его прислали. Ты передаешь какие-то тайные передачи? Дарт Вейдер. Стойте, стойте, стойте. Ну все, уже вошли, ладно. А что такое? Что случилось? Да ладно, на обратном пути набьем оставшихся. Надо набить 30. Так, мы пошли по... Мне кажется, здесь будет много людей. А, ну, кстати, да. Полетел. Так вот, бум, и все. Да, и они замерзли. Это что было вообще такое? Это было так. Круто. Вибро-меч мне явно не нужен. Но и вам, как я понимаю, тоже. Не откажусь. Толкнуть отсюда можно. А кто-то сказал, что ему нужно? Конечно. Я подозреваю, кто. Ненавижу таких людей. Еще со времен Вова. Нужно, 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 нужно. Чувак, ну тебе что, вообще никуда не входит? Нужно! Нужно! Просто. Чего нужно? А давайте, давайте всех убьем, вернитесь, нам же 30 человек убить надо, тут снизу ребята. Да, сейчас, сейчас убьем, поговорим, сейчас убьем. Да он уже, по-моему, рубит там, нет? Подожди, а если мы выполним квест, он, ну как, мы сможем их убить потом? Нет, о, давайте сразу. Ты посмотри, кто тут лежит. Просто квест выполнится, а бонус мы не выполним. Так, вы давайте, да, убивайте. Еще один. Я подлечу, если что. Кореец? Там их не мать так много. Твою, кореец, что ты здесь забыл? Я же в прошлом диалоге тебя выгнал, да? Да. Так, я лечу, Артём, все хорошо. Давай. Джек Шепард там еще на кого-то нарвался. Да нормально, нормально, их двое. Нормально. Нормально. Как насчет выйти и убить еще 15 человек? По одному на каждом имени. Да потом успеем выйти еще убить. Сейчас просто упустим. Просто может, если мы выполним квест, уже нельзя будет, да. Ну, если мы выполним его, просто я не помню. О, лифт. Ладно, пошли выполнять. Мне кажется, ничего страшного не произойдет. Ладно, черт с ним, пошли выполнять. Так, Джек Шепард. Ленивая скотина. А он не туда, Ой-ой-ой. Ну вот что ты с ним будешь делать, а? Шепард, рядом она какой-то. Ну, я 1600, ладно, я убью. Я к тебе подъеду. Мало ли, вдруг там помощь понадобится. Давай. Он, правда, уже мёртв. А тут звуки такие. Ну, штуку собирают с пола. О, я с него, кстати, рекомендацию взял, поднимайте все. Да, мне тоже прилетело. Сейчас две таких ленивых задницы. Ох, тут такой этот. Поднимается. Клевый звездолет. Здравствуйте, здорово, господа. Здрасте. Вот мы и встретились. Кстати, мне давно уже никакая броня не упадала, похоже. Паркур! Ей! Ой. 953 здоровья сняли, да? Не, у меня 600 с чем-то, 500. Блин, у меня больше. Так, все, я подходим? Да. Я вот быстро на него нажимаю. А, ну ладно. Тут переводи, Артур. Не боись. Не боись, братан. Так, сейчас только не прогрузись. Авторизация, авторизация. Система не может идентифицировать. Пожалуйста, не уходите, что происходит. Вы с лордом Гретемом. Вы... Система не может вас идентифицировать. Вы are you invading? Crazy droid. Где солдаты? Вы вторгаетесь? Да пофигу, crazy droid. You're awfully emotional for a heap of machinery. Ты слишком эмоционален для обычной машины. Я не дроид. Машина. Я не дроид. Я... Система не может остановить. Это инсинт Уолтер Шан. Имперский... Вас послала герцогиня. Помогите мне. Ау. А, ну, ты сломан. Ты сломан. Как-то может быть-то такое. Ты сломан. I will break you. Что-то с твоей программой не так, дроид. Диагностика прекратите. Программа не окончена. Так больно. Так больно. Люди Гратона взяли нас заложники на опыты, в общем-то. Они отрезали нам мозги и пометили, в общем, поместили, в общем-то, в этих дроидов. Они, в общем-то, запрограммированы для разведки. Не разведка, а для войны. Мне кажется, универсальный солдат отправить. А что насчет остальных? Я уже свободу потерял. Ты теперь раб. Так же, как и я когда-то был. Да, точно. Покончи с этим. Я последний. Другие были конвертированы. Они могут говорить. Не могут не подчиниться. Но они могут думать.
чувствовать. Ты можешь нас всех выключить с центральной командной консоли. Ты можешь положить этому конец. Используй командную консоль. Я с тобой пойти не могу. Останови боль. И ситы должны этим заниматься. Ну, в общем, вкратце, замес такой, что похитили вот этих людей, да, и делают из них дроидов, если и кто. Теперь нам нужно наверх. И теперь, да. Да, вы наверх. Где-то. И у нас сейчас будет выбор, прекратить их страдания или... Или. Давай не будем ждать Артура, не ждем Артура, потому что... Уничтожить! Уничтожить! Он сделает доброе дело, быстрей! Быстрее! Жмём. Нет, нам надо его ждать. Чёрт. Блин. Сейчас или, идёт... или на службу. Я иду вершить добро. О, он добряк бежит. Местный, местный спаситель. Ну давайте, ну. 3-1 наш шанс. Да. Ребята, давайте жить дружно. Не, он не таким голосом. Используй за консоль, ты можешь выключить такой дроидов. Или поставить их на службу Империи. А как выключить? Нижний. А, ну ладно. Может быть я... Блин, у него больше, это говорю. Тёма! Больше, чем 130. Ну? Тёма! Нет! Тёма! Вы поняли, да? Ой-ой-ой, ребята. Сзади враги. Это турели. Да, именно. Как? Человек, как? Шансы 3-1. Ты купил эту игру, ты купил. Да он какую-то дипломатию качает постоянно за всех. Долбанные ситки вечно хотят все испортить. Кого там колбасит-то так? Лягушонок Клайда, блин. Величие Империи, когда там поднять. Не знаю. Просто хотел сказать, что лягушонок. Нам надо убить еще 13 рыл. Бананы. Так что, ребята, вы все поняли, да? Сила в правде. В дипломатии. Вот вообще, вот вообще. Ой, какого-то нашего парня избивает, может, поможем ему? У нас есть парень. Ну, другой, похоже. Нашего парня избивают. Ну, давай, потихоньку, что нам за это вот даже опыта особо не дают. Там бонус дали какой-то. Ну, какой-то бонус. Так, нужно, по-моему, Артёму подлечить. Чё это за хрень вообще? Я её исследовал, здесь дадут кодекс. Идите ко мне. В смысле, где ты что нашел? Я тебя не вижу. Правее. Так, тут появились враги. Ну, конечно, вы пришли, блин. Ну, ладно, где тут что исследовать? А, консоль какая-то? Вот, да-да-да. 800 чем-то опыта дал. Не, ну как? Не, ну вы поняли, да, просто ну что? Ну как? Это просто невероятно. Эти фанаты... Ситские. Ну просто вообще без мозга. Нужно по совести поступать. Мы во славу Империи делаем. По совести мы должны были всех дроидов. Да вам вообще плевать на Империю. Это я имперский агент. А вы так. Тебя уволят. Все ради своего ордена делаете. Ой. Артур. Наркота. А у меня норм. Да куда же вы... Куда ты делся? Наркота. Ну, лучше стрелу вижу. А-та-та. А я тут это, бонусы зарабатываю. Да, вот еще... бонусы зарабатывать. Еще твоих убить. Вон там стоит парочка. Видите? Джек Шепард, как ты успеваешь вечно упетлять куда-то? Вон я вижу где-то там вдалеке находишься. Я набираю нам 30 этих убийств. Ты сейчас себе одно убийство наберешь, похоже, такими темпами. Так, что сначала ты еще? Мне еще парочку. В смысле, еще парочка? Мне еще парочку. Вот, короче, если мы сейчас активируем этот консоль, Джек Шепард, ты нам нужен тут будешь. Я здесь бегу. Сейчас будет большая. Давайте обнимемся все большая вместе. Большая фагина. Сегодня обнимемся в душе. Ну, я так предложил просто, да? Да я так. С Артуром обняться, Артур. Не надо. Макс! Макс! Пацаны! Смотри, какая тут турель стоит. Куда ты делся? Бонус-минус апдейтинг. Они хотят, чтобы мы еще Польшу убили? Нет, мы должны консоль активировать. Варботы. А, ну вот, видите, у меня до этого не появлялось, потому что у меня еще двух типов. Макс, стой! Меня... О, пони пришли! Объятия!
Нет, так, нет, все, приготовьтесь к бою. Там еще кто-то давай пришел. Давай по-нашему, нет, давай по-нашему обнимемся, по-пацански. Раз, два, три. По-пацански. Активируй, Артем. Подожди, мы обнимаемся. Да, это надолго. Мы почувствовали силу друг друга. О, да. Шикарно. Они же так активировали дроид. Пока мы там, блин. О, мочи. Я не думаю, что он такой серьезный был. Не, он кончился, если что. Он даже не начал. Все нормально. 504 дали экспо за него. Нормально. Пока там опять обнимались. Выполнена еще какая-то бонус-миссия. Сколько нам за это потом дадут опыта? Так прикольно было слышать крик. Хорошо, уже по двум квестам. Шеф, ты нам нужен. Здесь будет сложно. Это пекло, братюнь. Ну у тебя же самый большой левел. На тебя. Вся надежда. По двум, короче говоря, квестам у нас уже ретурн. Твой квест тут самый близкий. Так, это чей? Это твой. Мы вот сейчас 5 минут начнем. Сит Инквизитор. Let's go. Тёма, пошли. Тёма, мы за тобой, Тёма. А чё у нас за место тут? Я не знаю. Я не был тут еще. О, смотри-ка, дверь. Вот сейчас не откроется, будет дверь. Ну ладно. Вот тут сидит какой-то дядя. Короче, да. Нужно будет добрых поступков. Обращайтесь ко мне. Не. Просто не. No. Я не хочу умереть, убей его, Тёма. Скажите, что вас послала лорд Зэш, пожалуйста. Я не хочу здесь оставаться, я не хочу здесь сдохнуть. Я так понимаю, ты создал устройство, которое может повредить киборгам. Устройство? Ты хочешь сказать, что вы нейтрализатор, что ли? Это моя лучшая работа. Ну, я, говорит, не вижу... применение. Лучшего ей применения. Ну, чтобы убить можно. Ну, можно использовать, чтобы убить Скотти. За то, что я ей говорю. Я не знаю, как полезно ее применить. Лорд Зэш... Большинство киборгов машин только на 10%. В общем-то, тебе надо как минимум 50%, 15. Чтобы... не 50. А, да. Чтобы нейтрализовать, чтобы он нанес какой-то хоть, урон. Хоть какой-то урон, типа. Давай. Ситхи? Если хочешь, забирай. Зачем эти лишние разговоры с этим дрищом? Лысым. Вообще-то здесь есть лаборатория, которую пропустить-то не получится. Но Гретон никогда не позволит мне, в общем-то... Ему нужны, короче, ячейки, должен что-то спереть. Энергетические, чтобы запитать. Не допустят меня, да, к этим энергетическим блокам. Нужно их тебе украсть. Тебе придется их украсть. Goodbye. It's like it's your turn to die. Твоя очередь подыхать. Ура. Не, пожалуйста. Лорд Зэш, послал вас освободить. Вот это, вот ради этих моментов стоит играть Звездные войны. Честь, Артур. Да. Ситхи, ситхи. Че с них взять? Никак бы вам не дожил. Я бы с вами в разведку не пошел. Ты предал нашу команду. Блока. Три энергоблока надо найти. В какой-то лаборатории. Тут еще какой-то квест можно взять. Взять? Да, пойдем возьмем. Пойдем. Пойдемте посмотрим. А, интересно. Да. А что это такое вообще? Это девушка. Девушка? Безумная девушка. Это по моей части. Кто же такой? Расступитесь. Ух ты, смотри, какая. Жёсткий. Бордюры, говорит вам, нарушители. Одна из учёных Гретема. Я сделал так, что разрушение этого места будет вам очень хорошо, то есть пока на вашем кармане отразится. Тебе понравилось то, что я сделал? Вы рады, что я разрушил его, типа, боди? Почти, да. 3 года назад лорд Гретон приманил меня работать вместе с ним, и он пообещал Золотые Горы, а я стала пленником и работала над его типа созданиями, просто убийственными. Мне скучно. Вот это жизнь, сказал я. Что это еще за создание? Scholars are often pawns of the powerful. Ожидаем. Gratham cybernetics researchers, a sadistic bunch of scum. Его исследования
кибернетике. Да, короче, были настоящими... Ну, технология революционировать все вообще, всю войну со своими киборгами. И... Короче, она говорит, что у нее есть технологии, она хочет их продать. И типа за это можно очень неплохо так навариться на этом. Я ожидаю много бабла. Говорит, что не разочаруемся. Небольшой подвох. Тебе нужно активировать главную консоль и послать команду, в общем-то, перезагрузки. Вон, я не хочу ничего активировать, я хочу убивать. Греттон защищает компьютеры с помощью смертельных, в общем-то, военных дроидов, киборгов и генетически модифицированных инженеров. Ничто меня не остановит. A Sith fears no one. Сит ничего не боится. Твоя бесстрашие вдохновляет. Возьми этот даташип. Вставь его в главную консоль Греттома центральной лаборатории. Чтобы скачать данные, которые нам нужны. Да, когда придешься, отдай мне. Его мне. И я устрою тебе, в общем-то, передачу там каких-то данных или типа того. Пофлиртовать не дали. Скучненько. Какой там пофлиртовать? Жигало. Да. Психопаты кругом. Ну, тут, по крайней мере, вы хотя бы... Куда крови мы идем? Будет мало. Куда мы полетели сейчас, Джек? Ну, Джек пошел, людей? Как обычно. Просто нам здесь слева квест, вот слева, вот тут лут какой-то квест. Не, ну мы можем тут... сейчас... Давайте походим сначала по этим. Так, вон нам сейчас... Справа. Зайдем к Артуру, потом ко мне, потом к Джеку, и потом начнем убивать мобов и выполнять все квесты общие, чем сейчас. Каждый поодиночке. Я не вижу, где именно мой квест тут. Вот слева, сюда. А, вот High Society, да-да-да. Погнали. High Society? Джек Шепард, ты такой смешной сегодня. Я не понял, что ты сказал. Джек Шепард. Испортили мы тебя. Раньше безумец, там безумец, ругался. Теперь по Society. Первый класс, что на лямках, Джеки Шепард идет. Вы где? Мы идем. Хорошее место. Ой, это что такое поднялось там? Вялды! Так, подожди, куда идти? Сюда. Если по прямой дороге... Нет, не туда. Нифига не сюда. Ну, убейте уже их, что, лишний опыт. Ты полностью уверен в своих словах, сюда. Ой, я сейчас забудусь. Нормально. А это что за чмошник? А ну иди отсюда. Хорошо. Пойдем. Сейф там у Артема талант сейф находить. Залупи ко мне пару баксов. Слышу. Сейф. Пони. Прыгай, Артур. Пони. Да ты уже сейчас подлечишься, да что ж ты. Пони. Уху. Так, ну что, где там наш лифт? С компаньоном стоит. Лифт, он для того, чтобы его дожидаться. My legs! Oh, my leg! Oh, my legs! Сами себя лечите. Джеки, так. Обнимемся? Обнимашки давай. Давай, братья. Ой, бля. О, да. Так, сейчас направо, по-моему, кое-что пойдем сначала. Здесь, кстати, аккуратно. Здесь, по-моему, могут неплохо так резать. Врезать? Так, только нужно подняться наверх. Ох, ты посмотри, какая махина. Я вместе с ним крадусь. А разве вот не туда вот? Вот не направо? Это я и моя тень, короче. Так, робот, коп, аккуратно. Посылаем взрывчаточки вам. Это один. Еще маленько. Я его разрезал. Это один маленький дроид. Ему вообще неплохо. Опа, что такое? Это команда. Power Cell. Да он уже наверх поднялся, там бегает. По-моему, квест. Все нормально. Хорошо. Скоро начнутся интересные квесты. То есть наши с Джеком. Да. Ну то есть, да. Где мы будем убивать хотя бы и решать, мы оставим, а чьи нет. Ну я их постараюсь вам испортить. А, ну хотя бы я не могу убирать. Интрига, что мы сделаем, давно потеряна. Ну да. Интрига в том, что я вам могу помешать иногда. Не, не можешь, это ж наши квесты. Это вообще печально, по-моему. Ой, блин, я упал. Какой ужас, на 34 урона, все. О, my leg! Нет, в смысле, там вещь лежала, я не успел ее взять. А, да? Да, печально.
спускайтесь. Куда вы? Нам вон к Артуру. Так. Тёма напал на какой-то сгусток энергии. Мне нужно High Society, это нужно вот сюда. Не нужно тебе туда. Так, а почему я не могу зайти? Ну, не знаю, потому что ты... Так, кто там, вот, справа, видишь, кнопочка? Наверное. Ой, они дадут сегодня. Жмякни ее, вот, видишь. Что ты делал? Мозг оператор наш. Вы где там, товарищи? Я спасаю Тёму. Тёма и сам себя спасти может, но я его помогаю ему спастись. Кого вы там бьете? Мы всех убили. Нет. Нет, там осталось немножко людей. Ладно. Тёма, смотри, я тебе сейчас своим... Остановись на секунду. Смотри, как я тебя протыкаю мечом. Подожди, куда ты? А меня он никогда не протыкал мечом. Смотри, сейчас проткну. Сейчас. Тарризм. Так, короче говоря, сейчас будет больно. Сейчас я чувствую, да. Нарывайся на неприятный. Ты думал, что ты застанешь меня врасплох? Так это будет. Эти коды, которые ты тебе передала моя дочь. Не знаю, что ты с ней сделал, но я тебе отомщу. Я тебе скажу, что я с ней сделал. Мы это знаем, да. Да не, нет в этом нужды. Успокойся. Твоя дочь в порядке. Ей даже понравилось. Имперская разведка не оставляет людей просто так в покое. А Артур у нас добрый. Вы забрали мою жену, украли ее из моего дома одной ночью. Моя дочь выросла. А теперь вы ее у меня забираете. Я вас ненавижу. Скажи ему, что с его дочкой случилось то же самое, что когда не расстраивайся. Он такой вариант не убедит. Пока империя не изменится, никакого мира не будет. Хорошо, валим. Взял, убежал. Артур. Жалок. Ой, что-то мне эти звуки не особо нравятся. А мне норм. Такой, понял? И такой, ааа, бежим. Надо полить, надо пони, Артур. Да-да-да, сейчас будут тебе пони. Причем не один. Розовые пони, это хорошо. Вау. Так, что и все, что ли? Да. Кого ты здесь что должен сделать на... Я пока так. Посижу у него на лице. Он исчез. Он это почувствовал. Загружаю схемы, чертежи. Просто тыкаешь какой-то херней в пол. Чтобы вы понимали. Так, мне мобилка звонит. Простите меня, пожалуйста. Конечно. А может она быть, нам звонит, да. Она нам звонит, а не тебе. Да, мы все. То есть вы можете видеть? Наблюдатель 2. Закачивает данные. Короче, закачивает все его данные, все его списки. Расшифровываем. Не ожидал это увидеть. Не расписание. Что-то большое намечалось. Короче, возвращайся к базе. Так быстро, как так. Ну, мы зайдем в кафетерий, конечно. Ну, Артур умеет быстро убегать. Это мы видим. Принято. Скоро увидимся, агент. Надо заехать в Макдональдс. Ты сказал, что мы заедем в Макдональдс? По пути. Что и взять, да? Ну, да. Так, теперь тут у нас еще Артемовский где-то поблизости квест, да? Да. А вот тут у нас у всех есть квест где-то поблизости. Оружие в лаборатории. Между прочим... Нам назад, ребят, нам назад. Не туда бежим. Да, нам вот сюда. А не, вон снизу там что-то ездить. Все в разные стороны разбежались. Да правильно, а вот там все кричат, что не туда. Такие три точки в разные стороны бегут. Нам сюда, нам сюда, нам сюда. В итоге... Наркоманы. Нет, он меня приколол такой. Это, говорит, миром не решить. Я такой, убегать. В панике. Пиу-пиу-пиу-пиу. Ох ты. Я, кстати, в отличие от тебя, Джек Шепард, незаменимый член команды, так что не расслабляйся. Так, это я могу сюда войти. И я могу сюда войти. Это значит общий квест, да? Да. Одиночка. А это херой какой-то или просто? Нет, просто какой-то инстанс. О! I'm on fire! I'm burning! God, I'm burning! Да ладно, это не страшно. Я тем временем выполняю свой квест основной. У тебя какой-то квест идет? Мне надо собирать три энергоячейки, походу. Энергоячейки.
все, я его выполнил. Это турельки, турельки. Да, насчет турелей там, похоже, пришли. Опа. Потихоньку, помаленьку. А что, а как вы ее выключили? Я ее сломал. Да, все нормально. Это был Артем. Я бы ее тоже сломал. Мы это все делаем по уму. Ну, как сказать. Ужасно, говорит. Катастрофа. Кто-нибудь должен остановить меня прямо сейчас. Не смотри на меня. Большой дроид. Сам себя остановит. Если это было возможно. Я запрограммирован понимать сотни языков и диалектов, и ни один из них не имеет фразу «в огне». Он должен обслуживать эти машины и защищать их схемы. Который никогда не понимал, да. У меня нет, говорит, если бы, говорит, у меня не было этого запрещающего болта. Я, говорит, могу уничтожить, в общем-то, эти планы этих турелей, если вы мне снимете этот болт. Что это еще за планы? Хорошая штука, говорит, запрещающие болты. Схемы хранятся в нем. Если, короче, его удалить... Это серьезно? Я ничего не понимаю. Шматики, рестрайтинг болты, органическая жизнь, твою... Спокойно, спокойно. Выбрать плохой вариант, короче. О, Артур, получи! Да, я добрый взял! Ты предал нас! Теперь я добрый. Свобода. Здесь Артур должен был сказать, ты перешел на мою сторону. Наркотики подействовали. It's just a little dramatic, don't you think? Не драматизируй. Короче, сейчас турели все сами себя перестреляют. После того, как он, собственно, обслуживать их, говорит, было, да. Блин, общем, они могли служить империи, я напоминаю. Вот-вот. Это уже второй случай. Себе дороже. О боже мой, конь, а конь! От людей проблемы. Я даже не замечаю. Так, ты собрал, Артём, что тебе там нужно было? Да. Дальше, наверное, еще где-то. Электрический. Так, кто сюда может войти? Это Сит Инквизитор? Ну, точно не я. Это моё. Это кто был, чё услышал? Кстати говоря. Бум. Так, два из пяти. Надо вот убить этих псов. Лаборантов, в общем. Называй псов по своим именам. Короче говоря, это последняя серия, которую я пытаюсь писать в Full HD. Эта игра мне просто этого не дает после последнего патча. Не позволила. Да, производительность просто резко упала. Так, у меня сейчас времена... Забыл меч. Или что это? Это похоже на тюбик краски какой-то премиум. Кибернетический нейтрализатор это на самом деле. Спокойствие. Наконец-то, что и слава богу, тут есть здравомыслящие люди. Посмотрите, он может выдержать. Нажимай на контрольную панель. Подожди, у меня тут какие-то еще дополнительные квесты. На нас напали. На нас напали. Кто? Откуда я не вижу врагов? А вон там, тем. Вон, наверху мясо. Наверху. Один мертв. И, собственно, и все. Мне надо убить, короче, еще двух этих лабораторных крыс. Лабораторных. Радно. Не думаю, что это будет особо сложно. А, лабораторные крысы. Это как прям Виктор Федорович. Янкевич? Я. Якубович? Это Якубович. Так, а что, рекомендации, что ли? Да. Хорошо. Так, еще одного надо убить. Их нету, они все кончили. А, нет, стоп. Стоп. Come on. Я двоих вижу еще. Так, убил, ну все, эти убиты. Еще какую-то одну консоль надо разломать. Где она я? А, вот она. Все, я нашел. Снизу туда. Еще два мужика. Все. Так, все. Включаю консоль. Включил. У вас стало... Так, ты подлечился бы маленько? Потому что сейчас, возможно, что-то будет.
Кстати говоря, что-то, блин, вспомнил, видел трейлер фильма «Универсальный солдат 4». Ну, смотрел кто-нибудь, нет? Ну там, блин, вы заметьте, кстати, по-моему, Ван Дамм постоянно со Скоттом Эткинсоном начал сниматься. Да, там Скотт Эткинс и этот... Лундгрен. Мачете так ему в руку... Лундгрен опять живой. Его уже сколько раз убили. Мачете ему в руку, кто такой полруки ему снес, кто такой заблокировал. Орайт. Парни. Так, хорошо. Ой, о, что-то... со всех сторон бегут бабаи. Норм. Джим. Как обычно у меня. Сзади. Я пойду еще тех, что сзади на агре, потому что они тёплые. Так, я начинаю... Артур! Да-да-да-да. Ты мог не использовать даже свой стимулятор, потому что я в принципе, успеваю. Я был в панике, да. Нормально. Я был вынужден. И я был вынужден. И я бы... Вот смотри, какой он толстый-то. Так, сейчас летит тебе уже, летит. Понял. Пони засылаем. Ну, в принципе, да, все мертвые. Серьезно такой паре был. Да не, не очень. Их два было таких. О, 8 кадров. Так, ну так, ладно, секунд. Короче, вот так вот будем пока. Хм, ребят, знаете, что нашел? Чё? У меня есть как бы знакомый очень хороший, ну всегда всякие крутые темы рекомендуют. И он мне скинул Fallout 3 модификация. Ну ладно, потом расскажу после Star Wars. Напишу лучше и скину ссылку. Ну короче, мультиплеер мод какой-то очень жесткий. Mm-hmm. Да. 4 мужика, Fallout 3. Нет, именно, ну то есть он не скидывает трэшу, но он всегда мне кидает все, что очень жесткое. Написал, что типа все ок. Понятно. Вы бы поскорее сейчас мы. Я вам скину ссылку, и мы с ним сами попробуем, если дело стоит. Я успел. То это, блин, как ты успел? Как так? Я лично всегда хотел поиграть в Fallout с кем-то. Вообще, в любой Fallout, неважно кем, но именно доктором, качая медицину, это будет такой эпик. Не, ну вообще на самом деле такие игры, как типа Fallout 3, Skyrim, их вообще всегда все хотели поиграть вместе в кооперативе, да. Я всегда хотел Mass Effect в кооперативе поиграть, вот эта игра мне дает эти ощущения. А я не знаю, мне что-то космос не очень доставляет. А, так мы же серию пишем. Воу-воу-воу-воу, все, Звездные войны. Да, это же. Так. Маленькое отступление было. Да. Не знаю, я космос тоже не признавал, пока Mass Effect не прошел. Я начал играть и... Там мне единственное, что понравилось, был такой диалог. Нужно было выбить информацию с какого-то человека, и он потом тебе говорит, типа, да что ты сделаешь? Выбросишь меня в окно? И там появляется такой вариант, выбросить его в окно. Я такой, нормально, да. Нет, ну космос, понятно. Mass Effect там именно сюжет классный, то есть персонажи, история вся. В «Звездных войнах», допустим, сам сеттинг такой прикольный. А какой-нибудь Star Trek я тоже не люблю вообще. Я, честно говоря, затрудняюсь сказать, куда мы идем. Я просто стараюсь выбраться, потому что народ там уже убежал и что-то рубится, пока я тут менял настройки графики. Вот. Давайте, вот тут еще один квест какой-то есть. Эк, Шепард, подожди. О, летающие мечи. Я стою. Так, короче, я свой квест выполнил. Тут я у нас тоже. Поблизости это что такое вообще? Не знаю. Это наш. Общий, похоже, что. Так, мы врываемся, сколько уже времени? Врываемся. 9 минут. 39 минут, да. Сейчас поп- как раз с этим разберемся. Ой, тут мужик какой-то с неба упал. Мужицкий дождь. А, господи, Иисусе. Я все время забываю свою компаньонку отправлять. А я, у меня на нее денег уже нет. Рабки работают. Ну вот именно, это деньги живет неплохо. Я хочу больше денег. Ну тебя-то да, это, у тебя не. Тебе, блин, мешки с деньгами носят. Еще. Так, есть я по лестнице дело. Поднимаюсь, и здесь... Здесь... Ничего не происходит. Потрясающе. То есть... Так, по этой лестнице получается. Тёма. Ага. Там какой-то робот отдыхает. А вон там стоят три человека. Ну, а что мы должны сделать? Войти в зеленую дверь. Street Warrior. Тут у нас ваш квест. Я ворвался. Все за мной. А, присоединиться. Сейчас посмотрим. О, я перевожу. Ты должно быть оперативник лорда Барреса. You must be the operative lord Barris sent.
Я думал, он выберет какого-то стелс-ассасина, не какого-то твою мать дикаря. Дрик-кал-пал. А, это ж этот, который... Это ученик его, в общем, да, второй. Баррес knows what he's doing. Баррес знает, что делает. Suppose he wants a spectacle. Он хочет спектакль. Какая-то пижама красная на нем. Дай ему в лицо. Хочешь умереть, твой? У нас есть стандартная тема разговора. Сделать, как-то нужно разобраться. Теперь слушай, лорд Грессом, это бродяга Сит. Чья кровь? Не понял. Лорд Баррес хочет отпустить. Не хочет. Нет, хочет отпустить Грассома? Лорд Граттона, короче, сын. Ту-ту-ту. Ага. Вот это поворот. Нет, у лорда Граттона есть сын. Перевод, конечно. Я был послан найти слабость Граттома, и он держит своего сына далеко от своих врагов. Граттом будет просто в этом, ну, в ужасе, кто знает, да, что его чадо мертво. Да. Это пошлет ему сообщение. Скажи мне, где его сын? Я буду посланником. Тебе нужно быть больше, чем просто посланником. А, пацан Греттон уже почти 20, и он силен, его сила сильна там. Он был тренирован по пути ситха с рождения. Тебе придется, короче, постараться. Ему борода, короче. Отлично. Позербит. Вульгарен. I managed to hack a special Graffin spider to get you inside his private quarters. First we're going to have to knock out Graffin's surveillance station, so you aren't seen entering the quarters. Что? Его какие-то станции? Станции слежения. Чтобы, в общем-то, он не видел, как ты проникаешь в его владение. Yes, we wouldn't want to tax you with anything too complicated. All you have to do is locate the monitoring stations around the compound. Тебе нужно спалить мониторские станции мониторинга вокруг лагеря и всунуть в них свой световой меч. Дословный перевод. Окей. Хорошо. Я сделаю это. Это все. Уничтожь станции мониторинга и под... Сына зовут Билзлит. Найди его и кончи его. Кончи. Кончу. Так, ну что, давайте на этом завершим. Шустрил, это был ужасный перевод. Это был шикарный перевод. Перевод по версии Шустрила. Prompt mod activated. Вы понимаете, как я с корейцем диалог переводил, и опомнитесь. Окей, найди, ну что, говорит, давайте тогда закончим за серию. Да, на этом закончим. В следующей серии пойдем, собственно, этим заниматься. Что-то надо нажать, нет? Я обниму сатанрулиса, стой, не двигайся. Что ты там нажать хочешь? Мы готовы заканчивать серию. Ну, в принципе... Обними Артура, Джек. Не буду, все, я пошел сюда. Короче говоря... Малыш, стой! Увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Попрощайтесь, коллеги. Почувствуем любовь. Всем пока. Пока. Всем пока. Пока-пока.